Второй год в биатлоне для владимирца Алексея Слепова стал еще успешнее, чем прошлый. Наш спортсмен завоевал малый хрустальный глобус в Кубке IBU, выиграл два этапа и удачно выступил на Кубке мира. Легко ли будет отобраться на Олимпиаду? Об этом Алексей Слепов рассказал на встрече с журналистами. Приз лучшему спортсмену города ждал Алексея Слепова несколько месяцев. Все это время наш биатлонист практически не был дома, выступая на этапах Кубка Европы, а затем и мира. Но теперь сезон закончен, и Алексей вернулся во Владимир. Первый раз. В десятке. В десятке, да. Но я думаю, теперь из десятки не будешь выходить. Спасибо большое. Во Владимир Алексей приехал после камчатских сборов. Там, кстати, он выступил на Авачинском марафоне и завершил его вторым. Сейчас у нашего биатлониста каникулы. Вот только без домашних заданий от тренеров не обошлось. Придется писать сочинение, как поддерживал форму на отдыхе. И схитрить тут не получится. Тренерский штаб все проверит с помощью современных технологий. А то, что нам нужно одевать часы, с пульсометром, там есть, ну, то есть информация записывается, и потом, когда приезжаем на сбор, у нас человек, компьютерщик, собирает и все скидывает, и тренерский штаб видит, просматривает, как, верно ли его сочинение с реальностью или нет. А уже с середины мая начнется подготовка к главному старту – Олимпийским играм. Алексей вместе с другими биатлонистами будет конкурировать за место в шестерке лучших, кто поедет в Сочи. Я отобрался как бы не авансом на Олимпийский год, а официально. Мне как бы не особо важно, там, какой я кубок там занял, сколько медалей выиграл. Самое главное – это вот, вот эта возможность результат подготовки как бы к Олимпийскому году в национальной команде. На данный момент Алексей 7-й в рейтинге Союза биатлонистов России, впереди только основа сборной. Автографы лучших стреляющих лыжников страны украшают сейчас номера, в которых наш биатлонист выступал на этапах Кубка мира. Я планирую как бы провести аукцион здесь в Владимире, не знаю, что получится. То есть всякие сувениры я привез, там что-то выложить, там не знаю пока в каком формате все это будет проходить, ну и деньги пойдут в спортшколу. Помимо маек с номерами, Алексей выставит на аукцион различные сувениры и, возможно, свою пару лыж.